Ребят, всем привет! На смартфонах Xiaomi есть такая функция, которая называется «в кармане». Если на своем смартфоне при разблокировке вы закроете верхнюю часть экрана, то можете увидеть сообщение «не закрывайте область динамика». Это говорит о том, что у вас включена функция «в кармане». Она необходима для того, чтобы не давать разблокировать экран вашего смартфона, когда он находится в кармане или в сумке. На самом деле очень удобная функция, поэтому я советую ее не отключать. Давайте покажу, как это работает. Закрываем верхнюю часть динамика, включаем. И видим сообщение. Можем разблокировать. Если вы хотите отключить эту функцию, я покажу, что нужно сделать. Зайдите в настройки. Далее найдите пункт «Блокировка и защита». Здесь выберите «Расширенные настройки». Выключите режим «В кармане». Готово. Функция отключена. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.